Всем привет, с вами я, Берсик, и это 15 странных фактов обо мне. Приготовьте водичку. Это видео обещает быть очень интересным, так как я его снимаю уже 4-й раз. Потому что все время у меня не получалось. Все время забывала, какой я сейчас должна факт говорить. Да. Так, простите. Вокруг меня няшки-маняшки. Итак, первый странный факт обо мне — это то, что я очень боюсь темноты. В принципе, для моего возраста это нормально. Мне 10 будет. В ноябре будет 10. Так, сейчас мне 10. Женщины хвалят свой возраст. В общем, то, что я боюсь темноты. Моя возраст уже, девочки, не боятся темноты. Я боюсь. Я уже перестаю чуть-чуть бояться, но все равно я боюсь. Ну, так вот. Да. Это был первый. Теперь второй. Второй странный факт обо мне. Надо будет так сфоткаться. Ждите в группе такой фотки. Понятно, все. Второй странный факт обо мне. Это то, что я люблю пить. Но, ой, простите. Люблю пить, но мало. Точнее, нет. Ну, в общем, сейчас я вам все объясню. То есть я водохлеб, но я... В общем, я редко пью, но выпиваю по полбутылки за раз. Сейчас я попью, что-то по воде. Так вот. Дальше. Начинаем. Это был второй. Да. Теперь третий. Я тут пишу, чтобы опять не забывать. Вот так вот я пишу. Третий странный факт обо мне — это то, что я ненавижу газировку. У меня от нее начинает щипать язык. Никому. То есть кока-колу я не пью, что такое ля-ля-ля. И это вредно для здоровья. Установится тут Рошелька. Вот так вот. Красивая девчонка. Еще хотела вазу, но это слишком. Нет, слишком много. Пока. Ну так вот. Четвертый странный факт обо мне — это то, что я про кепку. Да, то, что я прихожу, как бы прихожу с улицы, не снимая кепку. То есть я могу дома играть, там петь, танцевать, в общем, снимать видео. Вот сейчас, да, кстати, блин, только что заметила. Вот, но все равно быть в кепке. В основном это с кепкой, да, происходит, даже так в городе. Не обязательно на даче, как сейчас. И да, а теперь будет пятый странный факт обо мне. Начинаем. Это то, что я очень хочу, когда улыбаться. В общем, я улыбаюсь, и я очень хочу ямочки. Я не знаю, почему, но просто очень хочу. Вот смотрите, я улыбаюсь. И где ямочки? Месяц от тренировок. И ничего. Ну так, дальше. Вот, я очень хочу ямочки. Да безумно я хочу ямочки. Делаю все, что вы попросите, только дайте мне ямочки. Итак, следующие няшки-маняшки. Я обожаю котиков. Это же было сейчас. Хотя, в принципе, я не знаю, что тут странно, но я просто до безумия обожаю котиков. У меня их 69 таких маленьких. Или 60? 60. Еще две собачки. Одну я вытащила, другую мне подарили. Из такого автомата. А, да, кстати. Седьмой странный факт обо мне — это то, что я... Вот сколько попыток я бы не делала, все время я достаю какую-нибудь игрушку. Допустим, вот, да? Игрушка, игрушка, на игрушке, на игрушке. Сейчас, конечно, будет легче. В общем, сколько бы... У меня сейчас миллион игрушек таких. Коты. Окей, ты будешь со мной. Они напоминают никого? Кто? Знает, кто это, ставьте лайки, пишите комменты, кто я. Дыш. Да. Это был самый странный факт обо мне, то, что я с любой попытки достаю это. Допустим, а если бы там лежали Monster High, было бы круто. Если бы там лежали Monster High, да еще, да еще.
там и были фальшивка. Я тут думаю. А если бы настоящий такой? Дорогой автомат. Заплати 2000, достань монстряшку. Да нет. Итак, восьмой странный факт обо мне. Это то, что я... Точнее, то, что ко мне... Вот и гуляю я, допустим, на площадке, и ко мне малыши все время пристают. Допустим, качусь я с горки, допустим, Рекулаура. Это я, Эбби, это малыш. Тяба-тяба. Горка у нас вот такая вот прям стоит. Привет. 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 Тебя как зовут? Я Дана, а тебя? Я Зизя. Зизя? Я Лизя. Лиза. Я Лиза. Давай познакомься. А, давай. Сейчас. Ой, мне уже домой пора, пока. Я так всегда делаю. Да. Поэтому я гуляю 5 минут сразу. Вот. Теперь 9 странный факт обо мне. Это то, что я играю в куклу. В моем возрасте девочки у нас класс уже не играет в куклу. То, что я играю, точнее, в куклу. То, что я играю в куклу. То, что я играю в куклу. Это редкость, знаете. Ну, вообще-то у меня это по крови, потому что мама играла до 15 лет в куклу. У вас нет розовинки? У меня на камере есть. Теперь у меня розовый телефон. У меня белый. Ну так вот. В общем, вот. Да. То, что я до сих пор играю в куклу, у меня эта страсть есть. 10 странный факт обо мне. Юбилейный такой. Это то, что я... Я не знаю, как это сказать, но... То, что я обожаю потратить ногти фломастерами. То же, что я сейчас сделала. Так, давайте накрасим ногти фломастером. Красим. Ну как я вам? Я ведь красотка, скажите. Вот. Все. Ну так вот. Теперь 11-й странный факт обо мне. Это то, что я люблю ходить в школу. Ну что ж, я тогда отличница. Ну что же, я тогда отличница, то что... Отличница, которая не любит ходить в школу. Логично. В принципе, такое может быть. Да. Теперь 12-й странный факт обо мне. Это то, что один раз вот на выпускной 3-й класс я нечаянно заплакала. Ну, как бы просто... Ну, просто я заплакала, потому что не хотела расставаться со школой. Это был стыд. Боже, это был стыд. А, это больно. Я лохудра. Я кикимора сейчас. Сейчас я сделаю свою любимую прическу. Я вот так вот обожаю делать. Ну так вот, давайте продолжим. Значит, ой. Окей, будем другим. 13-й странный факт обо мне – это то, что я люблю вот таких вот поняшек. Что? Вот? Да, вот таких, в общем, я люблю поняшек. Да, я их просто обожаю. Так, она сама движется, вот. Не понял. Ну ладно. Ну так вот. Значит, то, что я люблю таких поняшек. Пока. Теперь 14-й и предпоследний странный факт обо мне. Это то, что я обожаю все раскидывать. Допустим, что-нибудь взяла в руки, потом сразу кидаю. И дальше... 15-й странный факт обо мне. Это то, что я... Милашка. Нет, конечно. Не странный факт. То, что я ненавижу расчесываться. Ну, каждый
Конечно, каждый не любит расчесываться. Но я ненавижу. Поэтому я сейчас на худре. Ну, давайте на добавочку. Плюс 16, так у нас 10, юбилей. А сейчас 16, последний. Это то, что... То, что я люблю вот так вот делать. То есть я, допустим, говорю, это же я! Или вот так вот. Это же я! Вот так. В общем, все, спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх за мои 15. Да, каляки-маляки. За 15 каляк-маляк. За 15 странных фактов обо мне. Всем спасибо, всем пока-пока.